А вот это вот морской рыбопромышленный техникум. Да, Ейский морской рыбопромышленный техникум, конечно. Это он и есть. Центральный вход. То, что такая большая территория, да? Да. Старинный такой. Да. Здание. Сколько оно? 4 этажа? Да, 4-этажное здание. Окна огромные. Высокие такие. А вот это что, интересно? Да. Что это? Думаешь, детский сад? Да. Ну, а беседок нету. Ну, есть такие, ну, маленькие. Ну, вообще, походит. А смотри, тут прям так на бассейн походит. Дельфинчики. Может быть, это что-то другое, не детский сад? А подскажите... А, вот там вот я вижу табличку. Сейчас я постараюсь ее разглядеть. Школа-интернат, все верно, номер 1 города Ейска. Правильно, Аня, говоришь, да? Школа-интернат. Угу. Да, туман, туман прям опускается. И прохладнее становится. Да. Ой, где-то кто-то поет. А, вот там, наверху, на дереве. Птичка сидит. Ага. О, да-да, слышим тебя. Привет, привет. Ага. Как карта сразу, хвост шире и шире становится. Ну, привет, как тебя зовут? Вот, слышим, слышим. Умничка. Поздоровалась и полетела. Босвояси. Вот, смотри, она. Ворона. Ворона? Поджидает нас. Ага. Позирует. Полетела. Оп, села. Тяжеловато. Что-то какая-то у нее лапа, что ли, одна болит. По-моему, она как-то это... И сидит там на одной лапе, вторая у нее свисла. Да, тяжеловато. Ну да, летела. Что-то как-то она это... Трудно ей справляться с полетом. Угу. Так, переходим. Ну, парк. Да. Зона отдыха. Веточку уложили. Да, красиво. Очень красиво. Ой, это, слушай, тут памятник. Лавочки. Прям такие лавочки красивые. Смотри, как да. С торца не видно сейчас. Обойдем. Смотри, как интересно. Можно сесть на лавочку с двух сторон. И с торца прямо они как в форме звездочки. Пятиконечная звезда. Очень красиво. Даже паспорт есть. Общественная территория, видишь? Это площадь Молодежная. Такое название, да. Там вот есть, смотри. Даже есть кафе. Оно закрыто, по-моему, в летний период будет работать. И спортивная площадка. Очень красиво. Это новый молодой парк. Да, и прямо напротив, вот через дорогу, там уже автовокзал. Как раз здесь автобусная остановка. Вот зелененькая вот эта автобусная остановка. Ну, вот еще и с этой стороны. И качели здесь. Видишь, качели поставлены. Ну, доделывать сейчас все это. Облагоустроят. Очень красиво, конечно. Все в цветах. Да. Приятно, уютно. Немножко хоть заглянуть. Одним глазком посмотреть. Очень так будет уютно, конечно. Хорошо. Приятно. Деревья посадили. Какие качельки, вот они. И здесь уже деревьев много посадили.
деревьев молодых. Выше даже она. Клумбочки сделают летом. Ну, конечно, это же вот... Вот, я думаю, это, наверное, недавно все это сделали. В сентябре закончили. По осени. Да. Ну да, по осени все это сделали. Замечательно. Очень даже хорошо. И вот они тоже молодые деревца. Автовокзал. В тумане, правда, он. Торговый центр Миотида. И улица Красная. Это все на противоположной стороне. Идем дальше. А мы вот сейчас пройдем мимо этого дома. Дом новый. Зоомагазин. Спортивные товары. Что тут еще в этом доме есть? На первом этаже. Скоро открытие. Кубаньторгбанк. Красное-белое есть. Ну да, недавно, видимо. Красное-белое. Вон, смотри, как газовая труба. Видишь? Котельная. Своя, видимо, у дома своя котельная, да? Хорошо, топят. Тепло. Наверняка. А, здесь магазин «Пятерочка». Это же улица Свободы. Я ж как-то ходила по этой улице и снимала видео. Мы сейчас вот так чуть-чуть пройдем по этой улице. Чуть-чуть совсем. Вот туда вниз. Там лиман. Там конечная остановка автобуса номер 18, да, ходит. А мне нравится там. Мне интересно там вообще, как бы вот по этой улице мне интересно было тогда прогуляться. И там я тоже видела храм, но к нему не подходила. Тоже на все нужно время. Посмотреть все интересно. Еще впереди все. Конечно. Что то ли еще будет? Все впереди. Все впереди. А мы сейчас вот так прогуляемся чуть-чуть. И на этом будем заканчивать видеоролик. Коттеджные дома. Сразу чувствуется, да, еще холоднее. Ветер, вот прямо вот с лимана дует в лицо. Угу. Да. Сегодня это прям... А потому что холодает, обещает похолодание. Где-то дня на 4 примерно похолодание ожидается, с ночными морозами до минус 7, до минус 5, и ветер обещают посильнее. Так что зима у нас еще не закончилась. Да, все впереди. Метели, да. Сама себя я уже иду. У меня слезы. Прям вот слезы льются из глаз. Это вообще я не знаю. Холодно. А сразу как вот ветер подул, и все-таки вот эта аллергическая реакция на холод, она, я не знаю, у всех, не у всех людей, но у меня есть. Ну все. Вот так наша прогулка сегодня и заканчивается уже. Прогулялись мы. Спасибо, что вы были вместе с нами, что посмотрели, прогулялись. Всем до свидания. Ha ha ha.